Всем привет! Перед просмотром просим подписаться на наш канал и нажать на колокольчик. Бывший главный тренер Олимпийской сборной СССР по футболу Владимир Сальков умер в возрасте 83 лет. Об этом сообщается в Твиттер ЦСКА, где Сальков занимал пост спортивного директора. «Выражаем соболезнования родным и близким Владимира Максимовича», говорится в сообщении пресс-службы армейского клуба. Большую часть футбольной карьеры Сальков провел в донецком «Шахтере». В составе украинского клуба он в 1961 и 1962 годах становился обладателем Кубка СССР. В составе «Шахтера» защитник провел 231 матч в национальном первенстве и забил 3 гола. В 1967 году его назначили капитаном донецкого клуба. Закончив играть, Сальков возглавлял Ждановский «Металлург», а также донецкий «Шахтер», московская «Торпеда» и волгоградский «Ротор». С 1982 по 1983 год и с 1989 по 1990 он был главным тренером Олимпийской сборной СССР. В 1998 году Сальков в качестве помощника-наставника Олимпийской сборной Анатолия Бышевца выиграл золотую медаль на играх в Сеуле. Позднее он работал в Олимпийской сборной России и национальной команде Узбекистана. С 2003 по 2007 год Сальков был спортивным директором ЦСКА, удостоен российских и украинских государственных наград.